Всем доброе утро. 6 утра. Я еду в аэропорт Шереметьево. Лечу в Варшаву, в Польшу. Погода в Москве вообще отвратительная. Друзья, пишите свои вопросы, связанные с Польшей, с переездом в Польшу. Возможно, у кого-то есть вопросы по буку, по ценам, по работе и так далее. Так, ребят, вот в таком магазине Relay можно спокойно купить сим-карту. Вот я купил. Цена 4 злотых. И обратил внимание, Wi-Fi бесплатного здесь нет. Билет можно купить прямо в поезде. Что я сейчас и сделаю. Столкнулся с проблемой, обошел везде, вообще, где только можно, искал для смены сим-карты иголку для айфона. Нигде нет, хотел взять значок, значков тоже нет. Короче, пока без сотовой связи, без интернета. Смотрите, сим-карта стоит 4 злотых, это 10 гигабайт интернета. Поездка на поезде до центра стоит 4 злотых. 4 злотых это где-то примерно 1,3 доллара, в районе 100 рублей. Круто. Зато в Москве, если едешь из Шереметьево до Белорусской, это в районе 500 рублей, 9 долларов. Ну, такие цены там, и почему все так дешево здесь, непонятно. Я приехал на центральный вокзал, в лифте. Я на ЖД вокзале в Варшаве. Сейчас буду покупать билет до Шицинника. И двигаюсь дальше. Через 6,5 часов буду уже на месте. Я еду в Шициник. Это такой небольшой городок, где есть несколько крупных предприятий. Мы подружились с руководством. И там, насколько я понимаю, есть неплохие вакансии. Но это все будет уже в ближайшее время. Мы будем делать интервью, репортажи, как там живут люди, на что они живут, удается ли им откладывать, в каких условиях. Семьями, не семьями, сколько тратят, какая зарплата. Надеюсь, мы попадем даже на предприятие, поснимаем там. Вообще, обратил внимание, здесь все очень дешево, намного дешевле, чем в Чехии. Такая вот красивая Польша. Короче, билет обошелся 20 с копейками евро. Сейчас вот в кафешечке покупаю себе багет и кофе. Ехать 6 часов. Отправление через полчаса.